Так, всем привет, ребят, вы на канале Бутербродница. Ну и по традиции напоминаю, что на Твиче проходят стримы, ссылка в описании. Также есть Дискорд, где я всегда выкладываю самые свежие новости, когда выходит новый ролик на Ютубе или начинается стрим на Твиче. Плюс в Дискорде всегда можете найти с кем поиграть, ребят. Еще есть ВК-группа, я там тоже много чего выкладываю, так что переходим, пользуемся и наслаждаемся. Ну а теперь, собственно, переходим к самому ролику, так что всем приятного аппетита и приятного просмотра, ребят. Так, всем привет, ребят, вы на канале Бутербродница, это 20-я серия прохождения Банш. Чё, нашли мы книгу, вскрыли мы потайную стенку, теперь мы можем найти искательницу, мы идем прям по ее следу. Наверное, скорее всего, сейчас мы придем к ней в хотеночку прям, и мы ее, соответственно, поймаем, и она нам расскажет какие-нибудь интересные тайны свои. Ну вот как-то так. Наверное. А может быть и нет. А может быть мы ее и не найдем. А, нет, смотри, сразу нашли. Опачки. Серодин? Вы на редкости медлительны, даже для изгнателя. Опа. Вы опоздали или пришли слишком рано? Ни хрена себе. Мы наконец нашли вас. Так сильно скучали, могли бы поторопиться. Вечно кажется, что у тебя еще есть время, а потом оказывается, что оно уже вышло. Но мы потратили время не зря. Мы многого добились и многому научились. Надеюсь, что так. Но не думайте, что вы все поняли. Вы изгнатели, как-никак. Вы совершенно правы, Грейс. Вот как, вы знаете? Это она была всю дорогу дочь Пеннингтона? Нифига себе. Я знаю, что вы дочь Пеннингтона, но не вижу между вами ничего общего. Он тоже так и не увидел. Наверное, было больно. Дорогой капитан, многогранен, но он пуританин до мозга костей, а я его дочь ведьма. Я пошла ему наперекор, я искала запретные знания и шагнула куда-то там. В конце самого мучительного из всех путешествий Грейс умерла. И родилась искательница. Да, было больно, но это того стоило. Теперь я это принимаю. Я принимаю все. Сирайдена оставила пустоту, а я призвана заполнить ее. Я принимаю это. Я готова сыграть свою роль в этом мире. А вы готовы сыграть свою? Интересно. Пришло время вернуться в Нью-Эден и бросить вызов кошмару. Да, равновесие нужно восстановить. Вы должны встретиться со своей судьбой лицом к лицу и покончить с проклятием. Сирайден говорила, что вернуться можно только одним путем. Но с заводью, похоже, что-то не так. Нам нужна ваша помощь. Конечно, нужна. Мы слушаем. Сирайден сказала, если вы намерены одолеть кошмар, ваши сердца должны быть открыты друг другу, никаких преград. Ваша связь должна быть сильна. Мы сильны, как никогда. Это разрыв пустоты, не такой, как другие. Он словно течь. Он в гнилой сердцевине этих земель. Вы должны оставить на пороге все, что его горит в ваших сердцах. В противном случае пустота убьет вас. Вы не знаете, в какую часть Нью-Эдена приведет нас пустота? Хитрость в том, чтобы сосредоточиться на своих самых счастливых мыслях вместе и позволить им перенести вас. Мы попробуем. Когда вы доведете дело до конца, я тоже вернусь в Нью-Эден. Мы увидимся там. О, а что у нее? Давай что-нибудь у нее купим хотя бы. А, нихуя. Че это дает? При попадании во врага выстрелом из ружья увеличивает урон на следующей манифестации на 50%. Уничтожение врага редом в ближнем бою восстанавливает очки духа. У нее вот за эту хуйню можно купить только, да? Продать. Купить. Элитный самоцвет какой-то. Да? Ой. Ничего нам здесь не надо. До встречи, и мы погнали. Пожалуй, нам пора идти. Верните покой этой многострадальной земле и своим многострадальным чего-то там. Знаю, нелегко это слышать, особенно от меня. Наоборот. Спасибо, искательница. Мы сделаем все, что в ваших силах.
В наших, блядь. Чё? Мы идем в пустоту, получается, да? Что это? Это не ваша забота. Я понял, ладно. А тут что-нибудь есть у нас? Ваше новое жилище нравится мне больше. Раньше я была другой. Так, чё? Они видели лучшие времена, как и все мы. Так, чё, пора нам куда-то валить, да? Давай, куда нам по карте надо шагать? Пересеките пустоту. Костер, да? Давай-ка вот на этот костер придем и телепортируемся. Правильно, правильно. Чё мы будем? Столько времени бегать, где попало. Мы сейчас просто через костерчик туда чипок-чипок. И все. Теперь она охранительница. Пусть она будет так же мудра, как и ее наставница. Хотел бы я быть вполовину мудр. Все будет хорошо. Супер! Ой! Подожди, что такое? Пиздец. Супер АИМ. Так, нам вот тут надо спуститься, да? Так, 16 метров до костерчика осталось. Подожди, вот сюда куда-то, да? А, во! Кострище, кострище, наш любимый кострище. Улучшить, я так понимаю, ничего нельзя же, да? У нас нету никаких ингредиентов. Конечно, можно было бы что-нибудь купить. Что у нас? Ничего нету. Вау, развитие у нас есть одно очко, да? Дает дополнительный снаряд. Если антенна наносит урон врагу, восстанавливает сокращение 1%. Сражение врагами инфицирует и уменьшает урон от следующей атаки врага на 90%. Уничтожает врага антенна, восстанавливает 5% очков здоровья. Опа, давай-ка мы вот это возьмем. Здесь что, изгнание сопровождается уроном по области рядом с целью. Увеличение получаемые очки здоровья на 15%, увеличивает получаемые очки духа на 15%, увеличивает получаемые очки... Так, получаемый урон возрастает на 25%. Нет. Да, вот эту возьмем херню. Ну и что, быстрое перемещение? Пересечь, да? Давай. Полетели! Ну, я думаю, сейчас нас ждет самые сложные моменты начинают, наверное, нас ждать. Сейчас будет по-любому какая-нибудь в пустоте какой-нибудь босс. Чувствую что-то. Что-нибудь в пустоте у нас будет ждать серьезное, да? Потом после пустоты, ну, соответственно, нас будет ждать лютейший кошмар. Прям люто-прилютый. Ну, давай, чё. Рискнем так рискнем. Музыка такая, смотрите, начала играть. Если ты готов войти в разрыв, то погнали. Войти в разрыв пустоты ведущий неведан. Если вы войдете, то уже не сможете вернуться. Понятно. Поехали. Давай, выход в пустоту, блядь. Ух, я думаю, сейчас мы тут будем умирать 1000 раз вообще в миллионах лет. Подожди. Пути назад не будет, верно? Попрощаться, да? Верно. Вечно кажется, что у тебя еще есть время, а потом оказывается, что оно уже вышло. Бля, это вообще совершенно верно. Мы бы сюда не приплыли. Ты никогда не думаешь о том, как бы все сложилось, если бы мы сюда не приплыли? Никогда, а ты?
Иногда. Я думаю о нашем последнем утре в порту, о нашей крошечной комнате с видом на рыбный рынок. Ужасно шумный рыбный рынок. Ты крепко спал в моих объятиях, а я лежала, слушая этот гул. Я часами наблюдала за тем, как занавески развиваются. Мне просто казалось это часами. Я часто думаю о том моменте, о заставшем во время мгновения до того, как мы получили письмо Чарльза. Мы были рады получить весточку от друга. А наш последний успех воодушевил нас. Призрак поднял винный погреб герцога на воздух. Но мы выполнили что-то там, поручение. У меня была хорошая жизнь. У нас была хорошая жизнь. Я буду очень по тебе скучать. Нам еще много нужно сделать, прежде чем придет время прощаться. Так что вперед. Спасибо за то, что ты был рядом все это время, за все. Отправляемся в бой. Снова и снова. Не, ну это люто трогательная вообще сейчас сцена. Максимально. Это невероятно тяжело, наверное, скорее всего. Ну, я про них, в смысле. В этой ситуации находиться в данный момент. И сейчас, да, наконец-таки им пришлось прощаться, грубо говоря. Что это? Прошлое, которому мне, похоже, все-таки нужно взглянуть в лицо. Идем дальше. Сейчас будут всякие соблазны, голюны и все в этом духе. 1800 опыта дали, нихера себе. Минувшие дни. Минувшие дни. Не теряй бдительность, тебе все еще тянутся тени. Прекрасно. О, ты тоже вспомнил школу? Конечно, наша последняя ночь вместе. Так и знала. Вопрос в том, как нам туда добраться. Опасно это все. Ой, опасно. Мне нравится твоя кукла. Что ты делаешь? Это Алёха, она ведьма, которая бежит от испанских солдат. У нее был конь, но он умер. Он был ее... Опа. Так, туда нельзя, я так понимаю, да? Надо быть прям аккуратно. Смотреть, куда бегу. Терпение, Антея. Ты же знаешь, что мы должны быть вдвоем. Лучше их, чтобы получилось хотя бы половину того, что у них есть получить. Как же она мне надоела. Мне кажется, твоя мать тебе завидует. Я способнее, чем была она в моем возрасте. Конечно, она завидует. Мы могли бы упражняться в тайне, когда она не видит. Это воспоминания о моем детстве. Но почему здесь? Нам как-то нужно разъебать эти камни, да? А как нам их расхуярить?
То есть вот так вот, да? Нам их не надо разбивать. Тихо. Ой, блядь, опять эта хуйня. Блять, тормози. Бля, пиздец, мало урона наносит. Тихо. 168, блять, всего. Блять, и еще вот появился какая-то хуйня. Оп. Блядь. Минус. Так, ты в сторону, блядь. Вот эта херня, она максимально жирная вообще. Ну, либо это у меня оружие такое херовое, что я ее начал долго убивать. Очень долго. Она стала умирать. Раньше было быстрее. Тихо. Блять, я понял. Ебать! Тихо, тормози. Куда ты? Разгоняешься так, нихера себе, блять, да? Еще бы немножко, она бы мне прям бабахала бы. И было бы очень больно. И неприятно. Вот. Там проход. Тропинка появляется и исчезает. Того прохода уже нет. У этого места на нас свои планы. И подозреваю, нам они не понравятся. Я тоже так думаю. Максимально не понравится, скорее всего. Здесь только мы, Антея. Пустота сгущается вокруг нас. Может, ты думаешь, прошлое и вспоминает, дает о себе знать? Или наоборот? Блядь, нихуя не попал, что ли? Нихуя у него щит, блядь. Да тихо. Так, давай-ка вот этих изгоним. Я знаю, что ты мне хочешь помочь. Блядь. Ладно, вот так давай пизданем. Вот эту надо сразу добить. Вот эту вот мелочь вонючую. Нихера, ты уже отхилилась? Ага. Вот так тебе нахуй по лицу, блядь. Тихо. Воу-воу-воу-воу. I can help. Охуеть, как в ней до хера урона, блядь, ему надо. Походу, надо было качаться, я думаю. Я на кошмаре, наверное, вообще въебусь нереально. У меня там вообще урона не будет. Ебать, и ту мало. Подожди. Дай похилиться. Нихуя, она, смотри, восстанавливает ХП. Просто стоит и восстанавливается. Ёб твою медь. Охереть. Календры, здесь твоя подруга детства здесь? То, что притворилась моей подругой. Ясно, уходим отсюда, позже объяснишь.
Пора валить, да. Телепортируемся. Мама. Мама. Это просто игра. Что? Что происходит? Давай, сожги их, сожги. Освободись, Антея. Позволь огню расплавить твои оковы. Осторожно, Ред, она близко. Ни хрена себе. Она кого-то сожгла? Или что? Кого-то в детстве убили? Знал, но все это, видите, пикает. Антея! А как пройти? Не понимаю. Как пройти? Ну-ка в сторону. Останься, Антея. Останься и поиграй со мной. Нет. Нет же? Нет. Подожди, а вот это что такое, да? Вот это уже не было вроде. Такое чувство, что меня водят за нос. Она с нами играет, хочет, чтобы мы почувствовали себя беспомощными. Я... Чего твои... Чего делаю? Однажды ты победила, но больше не выйдет. Не выйдет. Кого-то где-то она как-то разок побыл. Давай поиграем, Антея. Давай поиграем. Ты никогда отсюда не выйдешь. Опа, мы пришли к дому, к школе. Если огонь нельзя обойти, нужно пройти сквозь него. Бедная маленькая Антея. Совсем одна, не с кем поиграть. Не с кем поговорить. Бедная Антея, такая талантливая, способная, зажатая, скованная. Иди к черту. О, погоди, а мы тут же можем восстановить силы, наверное, да? И восстановить хилки. Да, два из трех. Развитие, давай. Тут нечего развивать. А. Восстанавливает 2 очков здоровья, но уменьшает получаемые очки знаний на 25%. При переключении на Антею... Сразу после удара по врагу прикладом Антея наносит так. Давай вот это, наверное, возьмем. Нам нужен отдых. Надо восстановить хилки. Пускай будет лучше 3. Одно иногда может прям вообще пиздец типа не хватить. Потратить 20 секунд на это как бы можно, ну его нафиг. Плохо, что мы улучшить нихера не можем. Вот это очень плохо. Потому что в предметах у нас вообще нет улучшений никаких. О, восстановление здоровья. Опа, Ред получает на 5% меньше, да? Ну-ка, улучшить. Смотри, улучшить. Вот. Восстановление здоровья, восстановление духа. А это 6-я, типа, да? 160, 160, 230, 80. Ну нет. Бессмысленно. Нет смысла улучшать. Это двойку... Ой, блядь. Из оружия.
Опа. Удар прикладом увеличивает урон со следующего выстрела на ружье на 60%. Урон от выстрела из ружья уязвимого места возрастает на 20%. А, вот, блядь, смотри. Попаданием из ружья уязвимое место, эффект суммируется, сброс эффекта после... А вот это зачем? Выстрел из ружья наносит на 100% больше урона раненым врагам. А, это раненым врагам. Ну-ка, давай вот это посмотрим. До какого я смогу ее улучшить? Удар прикладом. Урон ружья 33. 41. Гнев, живучесть. Урон от выстрела из ружья в уязвимые места возрастает на 20%. Урон от выстрелов... Ну-ка, вот это докуда у нас можно улучшить? Давай посмотрим. А, все. Даже тут уже останавливается, да? Удар прикладом увеличен урон следующего выстрела 60%. Блять, вот это, наверное, надо. Вот это надо было улучшать. С каждым попаданием из ружья уязвимое место, эффект суммируется. Вот это надо было, блять, улучшать. Немножко мы проебланили. Ну-ка. Атаки ближнего боя наносят на 5% больше урона. Атаки ближнего боя наносят так. Физическая стойкость 23, 23, 23. Сила, мудрость. Так, 14, 14, 22, 14. Здесь проворство есть. Давай-ка вот так сделаем. А это мне что давало? Давай-ка вот так сделаем. Ой, блядь. Что у нас по амулетам? Браслетам. Уничтожение врага ударом кулаками уменьшает урон от следующей атаки врага на 90%. От удара кулаками возрастает после каждого попадания по врагу этим ударом. Эффект суммируется, сброс при получении урона. Смотри, ну я это могу улучшить, блядь, да? До 5-го. Упорство, урон кулаками. И живучесть, да? Кальный врага ударом кулаками уменьшает урон на следующей атаке 90%. Давай-ка вот это оденем. Брошь. Ну, здесь, наверное, так оставим. Ну, давай, наверное, попробуем вот таким вот образом. Это все сделать. Посмотрим, что из этого получится. Ну, мне кажется, наверное, какая-то хуйня получится, но... Что-нибудь да получится в любом случае, это как ни крути. Только посмотри на себя, мертвую. Да чего там, спасибо Руари Макрей, что привел ее ко мне. Ред, это существо никогда не было человеком. Не поддавайся. Скоро ты будешь моим. Твой голос, твоя душа, все, что у тебя есть. Будь ты проклята. Хочешь поиграть, Календры? Что ж, давай поиграем. Какой играть? Я-то не хочу играть. Открывайся. Я не готов играть. Дебора? Снова Дебора? Наконец-то ты навестила, Календры, свою самую близкую подругу.
Мы не подруги, а тебя зовут Николендре. Может, надо назваться тем, что меня в тебе привлекло? Твоя усталость, твое одиночество? Может, надо назваться тем, что... Твоя заносчивость? Годами я отказывалась принять бремя своего проступка, взглянуть в лицо своим сожалением, признать свою вину. Мой дом сгорел дотла, мое лицо всегда будет отмечено шрамами. Смотря в зеркало, я вспоминаю тебя. Я оставила семью, которую едва не убила, похоронила свои истинные чувства под ненависть к тебе, с меня хватит. Когда-то я любила тебя. Ты была моей сестрой, моей душой. Мне плевать, что ты такой на самом деле. Для меня ты обман и ложь, и больше ничего. Если тебя породила пустота, мне тебя жаль. Я прощаю Календра за то, что она всего лишь зеркало, и прощаю себя за то, что не была умнее. А ты, Руари Макрей, сможешь простить ее за то, что она покинула тебя, лишив любви? И оставив тебе лишь воспоминания. Ты больше не нужна мне. Мне жаль тебя, давай. Души, которые мы изгоняем, оказываются в пустоте. Теперь я это знаю. Мне жаль их, мне жаль тебя. Твоя жалость ничего не значит для меня, смертная. Ты ничто. Как хорошо, что не нужно мне, чтобы примириться с собой. Анте, такая умная девочка, так ловко обращаешься со словами силы. Это с их помощью ты соблазнила своего питомца? Какого питомца? Меня зовут Назуку. Я верная служительница царицы Куру. Что за? Ну же, останьтесь ненадолго, останься навсегда. Ебать, ты кто? Тихо. Ты такая предсказуемая. Воу-воу-воу-воу-воу. Так, давай-ка тебя изгнать. Так, надо заряжать эту хуйню. Тихо. Во, блядь, надо вот до этого скупца, блядь, бежать, да? А хуй мы до него добежим. Бля. Ну, нихуя, надо сначала с... Вот с этим справиться, я так понял, да? 85, блядь, что? А где у тебя уязвимые места-то? Вот, друган. Что-то... Не надо хилиться! Пиздец. Тихо. Бля, он весь отхилился? Ты чё, охуел, что ли, друган? Нихуя не твои правила, блядь. Так, а где еще? Так, я понял. Значит, нам надо сейчас бежать. Его там нельзя было убить, значит, да? Я так понимаю. Самое хорошо, что мы и хилки при этом не потратили вообще никакие. Победить Назуку. Это что такое золотое? Тихо, друган. Тут нет у тебя хилок?
Да можно, можно тебе присоединиться. Подожди, я сейчас проверю хилки. Тихо. Короче, я понял, надо снять с него определенное ХП, и он потом туда полетит, хилится у нас. О, блядь. Ты давай в сторону. О, я так понимаю. До половины, наверное, надо его снять, да? Оп. Блядь, так, слушай, у меня ХП нету. Давай-ка отхилимся. Пиздец, блин. Бля, нихуя себе. Максимально больно вообще. Нихуя себе. Так, а где эта хуйня появлялась-то? Тут где-то летающая дрянь была. А чё? А чё это? Охуенно, он мне поставил стан и пошел хилиться. Ну, как я и говорил. В смысле, блядь? А ты нихуя не путаешь... Вот так вот. Ты просто ни с того ни с сего там ее поставил, блядь, и все, и хилишься. Вот это, чтобы мне не мешало. Так, я понял. И сколько надо будет таких штук проделывать? Ой-ой-ой-ой-ой. Вот, тихо. Вот это сразу. Ломать, блядь, в сторону нахуй. Тихо, тихо. Да пропусти меня, блядь. Да иди в очко, блядь. Да, сука, отойди, пожалуйста. Не мешай мне. Ау. Да ёб твою медь, я тоже тебя вижу, мы все тебе... Я понял. Блядь, нихуя как засыпает. Тихо. Вот это главное, я так понимаю, да? Тихо. Блять, я понял, надо отойти, да, немножко? Блять. Так, я была ребенком, запомни. Так, куда? Вот сюда. Ну и все. Ну вот это сейчас у нас будет, я так понимаю, теперь с главным... Да, с главным боссом теперь хуяриться. Но сохранения не было, блядь, какого-то хуя. Тихо, тихо. Все, тебе... Бля. Нихуя как больно. Тебе негде больше, да, хилиться? Ебать! Охуеть! Нихуя! Охуеть, как больно! О, блядь! Просто нереально больно вообще. Давай-ка отхилимся. Я считаю. Тихо, тихо, тихо.
Я понял, что твой мир, твои правила, там, чё, кого-то. Уп, блядь. Ебать, как мало. Мало хп. Охуеть, это просто больно. Это лютая боль. Тихо. Раз, два, три, надо как в танцах. Раз, два, три, понимать, да? Оп, тихо. Оп, тихо, тормози. 106 было. Тормози. Оп, я понял, это сейчас будет супер удар. Блять. Ебать, ты хули телепортируешься, заебешь. Базарю, сейчас останется ему кропали, я умру. И все заново придется делать. Вообще максимально все заново делать. Тормози. Вот, ебать, он мне просто раз пизданул и все, да? Да ты чё, блядь, охуевший? Так, надо держать его на расстоянии. Давай попробуем маленько пострелять в него. Нихуя себе! Нам нельзя умирать. Вообще, ни в коем случае. Перезарядка. Блять, промахнулся. Тихо, друган. По сути, мне чуть-чуть попасть, его можно изгнанием пиздануть. Так, не так сильно, подожди. Тихо. Блять, ну, я ведь охуеть. Ну нет. Я как я и говорил, останется кропали, я умру нахуй. В конце, просто в самом конце, блять. Просто чуть-чуть, блять. Держите нахуй кулачки свои, чтоб я не умер сейчас, блять. А я по-любому сделаю ошибку. 100%. Блядь, это было нечто. Я так и не рассказал о тебе всей истории. Прости меня. Ничего страшного. Пожалуйста, давай выберемся отсюда. Согласен. Пора отсюда валить нафиг. Ну его нафиг. Это просто какой-то пиздец. Сейчас был... Жесть, ну это сложно, это вот он был сложно, а прикиньте, сейчас мне придется с этой херовиной биться. Это будет вообще нереально, мне кажется. Минувшие дни. Так, что, мы пришли? А здесь есть костер, интересно? Здесь нет костра. Так, ну, на этой прекрасной минуте, я думаю, на сегодня хватит. Так что, ребят, всем спасибо, кто досмотрел этот ролик до конца. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, писать свои прекрасные комментарии. Напоминаю, на Твиче проходят стримы, ссылка в описании. Также есть Дискорд, я всегда выкладываю самые свежие новости, когда выходит новый ролик на Ютубе или начинается стрим на Твиче. Плюс в Дискорде всегда можете найти, с кем поиграть, ребят. Еще есть ВК-группа, я там тоже много чего выкладываю. Так что переходим, пользуемся и радуемся. Вот, ну а на этом ролик заканчивается. Так что всем спасибо, всем хорошего настроения. До следующего ролика, ребят. Всем пока-пока!